привет, наши дорогие зрители! Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня у нас прекрасный день, ветерок, но сегодня до 30... Сколько? 36. Да, в Челябинске сегодня до 36 обещали, и вообще всю эту неделю будет жарко, а следующую, по-моему, там, ну тоже, по-моему, жарко. До четверга обещают, и 39, а потом вроде немножко похолодает. Да, 24-25. Так что для тех, кто собирается там на озера, на дачи, конечно, это хорошо. Но лето все-таки, июль месяц, в полном разгаре лето, так как и положено быть, как бы нам хотелось или не хотелось. Сегодня у нас Александр Николаевич опять в своей рубахе, я традиционно... на которой он ходил на оленя. Возвращаемся к истокам. Сегодня кладем камень, поэтому сегодня цементная работа, грязь, брызги, поэтому одеваем грязное, вернее, поношенное, старое, но чистое. Стиранное Ариэлем. Так что не ругайтесь, кому не нравится такая рубаха. Это временно. У него каждая рубаха для определенных видов работ. Да. Сегодня у меня огромные планы. Все будут озвучены в течение ролика. А, у нас еще обновки. Такую обувь я купила мужу, цвета хаки купила. Кроксы. Типа кроксы, а-ля кроксы. Оригинал, который стоит 3000 рублей. А я купила на Валберес за 400 с копейками каждую пару. Кому интересно, просто на Валберес заходите, набираете садовая резиновая обувь и выбираете, кому какие нравятся. И по размерам. Ну, я, кстати, заказала. У меня 38,5 нога. Я заказала 39. Ты посмотри. Большие? Ну, нормально. Но они свободные, потому что они как лапти. Там еще вот столько остается на пятке. Нормально, они такие должны быть. Свободно залетел, свободно вылетел. Побегал. Ну ладно, хорош болтать, пошли работать. Как всегда, давай. Не терпится приступить у к работе. У меня работа, ну, как же? У тебя съемка, все, пойдем работать. А еще, друзья мои, мы заехали в магазин, в садовый огородник, и я купила вот такие вот капусты. Три вида капусты, хочу попробовать побаловаться. Они скороспелые, они должны обязательно в этом году еще поспеть, еще их не поздно садить. И им бабочка, капустница не вредна будет, потому что гусеницы уже стали бабочками. И теперь никто их уже не сожрет. У мужа вот фронт работы. Он очистил всю дорожку, тут без меня ездил. Загрунтовал ее, грунтовка какая-то розовая. Тут не хватило ее. Литр я покупала. Там он старой грунтовкой догрунтовал. И вот сейчас вот этот камень, вот он разложил. Он его весь помыл. В двух водах щетками моют обязательно камень. Иначе он очень некачественный и плохо приклеится. Вот, в отличие от плитки, камень надо обязательно мыть. Ну, а я сейчас хочу... Ой, наступила на камень. Дзынь-дзынь. Нас хочу вот эти вот защипы поставить на помидоры. Помидоры, потому что так много поливать не нужно. Они тут политы были позавчера. Сейчас еще немножко пополиваю, потом я их поставлю. Это для специй такие зажимы. Я просто сама придумала. Вспомнила, что у меня дома такие есть. Это мне мамочка давала их. И я их вот так вот здесь вот поставлю, зажму шланги. Потом выключу. Вон моя зеленушка, посмотрите, как все хорошо взошло. Тут у меня микрозелень такая, домашняя горшочная капуста. Это рукава, уже хорошая, мы ее уже ели. Я сегодня салат хочу с ней сделать. Далее идет базилик фиолетовый. Далее идет салат такой. Ну, я показывала, когда я сеять собиралась. Большими-большими пучками. Его садят на расстоянии, но я накидала, как накидала. Я еще, можно сказать, начинающий огородник, хоть я и все изучаю очень тщательно. Стараюсь все по науке. Слушаю агрономов, там все такое. И не по много все. Мне не надо полностью всю дачу превращать в огород. У нас, видите, все. Здесь у нас большая часть сада. Ну, не большая, но огород у нас занимает, наверное, 1/3. Может быть, даже и четверть всего участка. А здесь сад. Вон опять наросло сколько всего. Абрикосики как у нас хорошо растут. Видите, сколько у нас новых. Вот это все свежие идут. Побеги. Повреждаются они, чего-то не хватает им, что ли. Не знаю. Или кажется, вроде так нормально, хорошие чистые листики. Черешенка. Черешенки у нас тоже пошли в рост. Вот они, свежие побеги. Вот на одной, вот на этой поменьше. А вот на той еще больше. Посмотрите, у нее уже как на сливе. Большие такие листья. Прям, ну вообще, супер.
Это наша яблонька, которая первый раз, первый год у нас плодоносит. Так что мы попробуем в этом году ее яблочки. И второй абрикос, который, у которого веточки были. Изначально тот совсем был просто прутик, как розга выглядел. А этот был с веточками. Хоть они немножечко померзли зимой, но все равно прямо хорошо у них идет прирост. Вообще косточковые очень большой прирост дают годовой. Вон по сливе, так можно понять. Там кошмар. Там метр, наверное, вот. Смотрите, вот она ветка. Вот она сантиметров 80 точно, или 90 даже. Сейчас, дорогие мои, я сейчас в первую очередь схожу в теплицу. Посмотрю помидорчики, обрежу их. Они тоже до потолка там выросли, очень много ботвы. И чтобы простимулировать плодов больше, чтобы созревали, росли плоды, я сделаю сейчас хорошую обрезку. Ну и, естественно, обрежу и огурчики тоже. Я тоже плети обрезаю. 3-4 узла где-то оставляю. И остальное обрезаю. Иначе это просто там такие джунгли, что... Я заказала краны проточные, нашла, все-таки есть. Я покупала стартовые, они сюда не подходят. А краны вот так же. Вместо вот этих вот соединителей поставлю краны и буду перекрывать, когда они у меня придут. Вот, а сейчас вот эти вот заглушечки поставила вот так вот. Сейчас здесь вода вся выльется, и помидоры полив прекратится, хватит им. Потому что их реже надо поливать. Все, а ягоды продолжат полив свой. Вот так вот у меня выглядит сейчас теплица. Помидоры под потолок, выше меня. Сейчас я их тоже буду подрезать. Бедных сворачиваются листья от жары. Ну, что сделать? Какая есть? У нас все открыто, настежь. И форточка, и дверь круглосуточно открыта. И огурцы вот тоже сейчас пообрезаю. Ну, вот, пожалуйста, вот как было. И как стало. Сняла отдельный ролик, дорогие мои, по обрезке помидор. Видите, как они изменились? Но именно как правильно обрезать, по какому принципу. Все в этом ролике смотрите. На канал перейдите. И он у меня будет где-то прям рядышком с этим роликом. Целую корзину, друзья мои. Вот видите, полная корзина. В основном здесь помидоры, огурцов тоже немного. Сейчас я их полью, а затем я кое-что сделаю от мошек. Вот видите, сидят на стволах мошки. Такие черные мошки, вот они ствол прям облепили. Я знаю хорошее средство, простое совсем. Друзья мои, немножко цветочков. Гвоздика цветет турецкая. А самое главное, что я хочу вам показать, это мои розы. Первые мои розы. Вообще в моей жизни первые выращенные мной розы. Спасибо Валентине Сергеевне, которая дала мне, отщипнула у себя на огороде кусочек роз, и вот они у меня зацвели в этом году. Вот уже один даже отцвел цветочек, я его срежу. Такие хорошенькие, нежные. Понятия не имею, что за сорт, она сама не знает, они у нее как дикие росли. Но они плетистые, они у нее там на заборе. А мы сделаем, ну, наверное, в этом году потребуется, или может быть в этом году еще не потребуется, сделаем здесь вот шпалеру. Я уже мужа озадачила, сказала. Прямо сразу до конца делать шпалеру до самого, до верха. И пусть она будет на вырост, так скажем. Насколько она нужна будет размером, не знаю. Или, может быть, ее сделаем как-нибудь под углом. Чтобы она в угол туда сходилась, к середине. Я вообще хотела, садила два куста, чтобы они у меня были с обеих сторон. Вот она вот, один вот этот кустик выжил. Вот хорошенький. А еще, друзья мои, у меня дикий забрел мак. Я думала, он отцвел, цветочек уже отцвел, я показывала. А тут смотрю сегодня, снова два цветочка. Такие нежные, трепыхаются на ветру лепестки. Хорошенькие. Кстати говоря, друзья мои, я посадила-то сюда кустарник, похож на спирею. Думала, что это такое, но я уже вижу, конечно, что это не спирея. Вот она спирея, и вот он такой. Потому что их было много по саду, и я выяснила, вот соседский жасмин. Мелкоцветковый жасмин, у них есть крупноцветковый, вот мелкоцветковый. Он везде-везде, вон он лезет нам за забор. И я его, ну, семена падают,
встречала везде, на тропинках полола, когда. И вот такой вот вырастила. Но здесь он мне совсем не нужен. С мужем посоветовалась. Где, говорю, вот такой посадить куст? Ну, он реально, конечно, большой куст для нашего сада. 4 сотки, у нас все так компактно. Не хотим мы все это в заросли превращать. На больших территориях ладно, а здесь нет. И мы не нашли как-то пока места. Не знаю, вроде бы и жалко его выбрасывать. Но в то же время... Ну, пока еще маленький, пусть сидит там. Посмотрим, может быть, действительно куда-нибудь найдем место посадить. Кстати, мои желтенькие. Хорошо сидят они. Прям вообще нормально. Муж у меня их смотрел, говорит, все хорошо. Отлично сидят. Вот и второй побольше уже подрос. А гератум, кстати, в корзинке тоже скоро зацветет. Он хорошо разросся. Вот уже гроздь цветочная. Скоро будет у меня тут цветущая корзиночка. Ну все, дорогие мои. Я сегодня с помидорами полностью справилась. Обрезала все нижние листья и ветки. Теперь у меня помидорчики больше силы направят на плоды, на томаты, на сами. А я вот присела сюда немножко отдохнуть. Вот у нас наши... Сейчас я покажу. Видите, наше кресло здесь на мангальной зоне. Стоят на зоне барбекю. Уселась тут немножко передохнуть в тенечке. Здесь так хорошо. Муж там трудится, сейчас сходим к нему. Зря я не поехала сегодня с ночевой. Надо было мне остаться. Муж там у меня завтра работает. А мне выходных 2 дня. Сегодня и завтра. Можно было остаться здесь. Но это надо, конечно, заранее планировать. Еды купить или взять с собой приготовленную. Воды, чтобы мне муж в баню натаскал. Вот. Так что, ну, в следующий раз, возможно, спланирую и, наверное, останусь. Так хорошо прям уезжать никуда неохота. Надо было ноутбук взять с собой и сидеть тут потом ролики для вас вечерами монтировать, загружать. Ну что, Алексей Николаевич, как у тебя дела-то проходят? А? Камень раскладываешь? Да. Это тебе не траву дергать в саду. Тут надо его разложить. Ну да, согласна. Тут работа творческая, интеллектуальная. Да готов. Ты должен мозг шевелиться и художественная фантазия. Вот так вот с камнем. Очень непросто, друзья мои, заниматься. Ну, я скажу так, это не то, что непросто, это просто дело привычки. Когда долго с ним работаешь, то у тебя, естественно, уже навыки другие, у тебя все быстрее получается. Ну да. Сначала его надо помыть. Еще его надо хорошо разложить, чтобы видно было, где какие куски, потому что... Потом разложить, потом видно. Подогнать, подпилить. Он же еще и пилит. Вон, на улице у него тут болгарка лежит. Тут у него уже это, смесь. Смесь, говорит, дорогущая стала. Ужас, что ты. 600, что ли, рублей отдал за мешок 25 килограмм. Сейчас будешь пилить? Сейчас я подрежу, да, тут уголочки надо подгонять где-то там, чтобы они получше садились. Ну, а я, друзья мои, сейчас хочу подкормить хвойные. У меня новое удобрение есть классное. Вот такое вот удобрение называется Пуршат. Очень его хвалят, современное такое удобрение для хвойных. Разводится он 10-15 грамм на 10 литров воды. Я посчитала, это у меня 2 лейки. Одна лейка у меня 5-литровая, вторая 7-литровая. И я сейчас его буду, наверное, чайную ложечку на маленькую 5-литровую лейку и где-то 1,5, наверное, чайных ложечки на большую лейку. Сейчас разведу и все-все-все хвойные сейчас полью. Дорогие наши, мы уже пообедали. Приятного аппетита. Спасибо. В Турции говорят, кстати, и до, и после приятного аппетита, а у нас только до. Ну, как тебе сегодня обед? У нас сегодня на обед был собственный урожай. У нас уже пошли огурчики начались. Первый огурчик я сорвала. Ну, остальные еще маленькие такие, жалко их еще пока срывать. Но мы попробовали уже. Самые сладкие, самые вкусные, самые хрустящие. Это свои. Потом еще салатик у нас такой вот кустовой, пучковый появился. Тоже несколько листиков сорвала. Ну, и руколу. Ну, и укроп, естественно, лука толком нету. Ну, все, принимаемся и дальше клубника. За работу. А, клубника, конечно, сегодня ягоды пошли получше, вот, потому что сейчас уже тепло. Вот что значит солнышко, тепло ягодам. Это хорошо. А я, друзья мои,
вот такую штуку покупала по скидке, кстати, что-то за полтинник всего лишь, Раптор. Там 4 ловушки и гель идет. И сейчас кое-где муравьев потравила. Кстати говоря, поставила одну ловушку. Сейчас вам покажу. У нас вот здесь около участка. Начала мазать гелем, поставила. Слушайте, вот только что подходила, вот секунду назад. Тут сумасшедшее количество муравьев было. Они все забегали. И вот они туда заползали, их там была куча. Ну, кстати, что-то там болтается. Они там еще новый муравейник сделали. Вот, у них вот там вот под землей муравейник. И они якобы в эту ловушку залезают. Там они что-то пробуют, я не знаю. И потом заражают всех остальных. Какая-то там у них инфекция муравьиная. Ну, вот так вот. Ну, сейчас вот их не видно вообще никого. Ну, как у тебя дела-то протекают? Разложил уже все до конца, да? Ну, вот последний сейчас. Вот весь день, друзья, наши занимаются вот раскладкой, подпилкой. Ты что, думаешь, так просто выложить? Да, конечно, я и говорю, что непросто. Еще камень разной толщины. Причем в 3 раза может отличаться по толщине. Это же природный камень, это же не плитка, которая как близнецы. Видите, вот какой-то толще, какой-то вот совсем тоненький. Вот, 1-1.5 сантиметра, наверное. Кажется, что темнее камень. Не знаю, я говорю, может быть, наш уже запылился, загрязнился, и со временем, может быть, наш тоже такой был темненький. Ну, а я, друзья, сейчас... Я же сказала, что от мошек буду кое-что делать в теплице. А от мошек я буду вот эти спирали от комаров ставить. Сейчас я их зажгу, наверное, в 2 местах. А нет, в 1, потому что у меня удержатель вот этот для спирали, он 1. Поэтому поставлю. Ну и посмотрю потом, они должны сдохнуть все. Ну вот так вот поставила. По идее, эта спираль гореть не должна, она должна дымить. Она должна тлеть, дымить, но вот она пока горит. Не знаю, они у нас старые. Они несколько лет лежат, эти спирали. Там нашла 2 пачки. Вот, сейчас огонь потух. Во-во-во, вот пошел дымок. И вот этот дымок, он не прекращается. Так-то я их ими пользовалась неоднократно. Это вообще чудесное средство, когда сидишь поздно, в темноте, вечером или ночью на улице. Бывают посиделки, затягиваются, сидишь на природе. И вот если под стол вниз поставишь вот такую спираль, ну или на стол, можно пару спиралей таких поставить, все, ты обеспечен спокойным вечером. Ни комаров, никого у тебя рядом не будет, даже жужжать рядом. Вот, она вот так вот дымит, дымит, дымит. И вот сейчас давайте с вами хотя бы вот даже посмотрим. Я, конечно, не знаю, вот, честно говоря, я без очков плохо вижу. Но у меня такое ощущение, что они дохлые все. А может быть, часть из них дохлых. Так что, может, они еще и не отвалятся, если они дохлые. Посмотрим. Пусть стоит, леет. Может быть, этой спиральки небольшой одной хватит. Вон сколько их. Может, они уже давно и померли. Я просто не вижу, чтобы они шевелились, эти мошки. Они какие-то все живые, не живые. Но летать-то летают все равно. Я вижу, мошки летают. Есть они здесь. Так что пусть дымится стоит. Посмотрим потом попозже. Оставлять ее можно не бояться. Она не загорится, это точно. Но вот так вот будет стоять дымить. Посадила я свою капусту вот на одной грядочке. У меня 3 грядки сейчас свободные. Но, во-первых, я хочу все-таки попробовать, что за капуста. Первый раз не хочется мне засаживать целую грядку одной капустой. Вырастет там 6 или сколько вилков, куда я ее буду девать? Ну, готовить мы столько не готовим, не едим. Тем более у меня муж вообще не особо-то любитель там капуст всяких. Вот, это я хочу там всякие брокколи цветные. Во-вторых, морозилка у нас не огромная, а там всего лишь 2 ящика, тоже некуда особо морозить ее, если впрок.
А в-третьих, у нас вот эти вот грядки, вот эти две, раз, и вон та вторая. Там земля не очень, а перегной у нас закончился. Его сейчас уже здесь у нас в садах не продают, он, видимо, уже весь продали. Сейчас, не знаю, только весной, наверное, будет. Вот, а здесь земля такая, более-менее, она гораздо лучше. И вот поэтому я в эту грядочку решила посадить. Вот я посадила сюда вот эту вот. Три вилка посадила. Четыре здесь очень тесно, боюсь, будет. У меня как бы не особо хватило места. Здесь этих посадила по четыре вилка. Вот эта снежная королева, цветную капусту и брокколи. Их посадила здесь по 4 семечка. То и этой, а здесь 3. Ну ладно, посмотрим, как получится. Сейчас я это все хорошо полью. Ну, присыплю, там у меня ямочки, чтобы я видела, где что. Присыплю, полью и замульчирую, конечно же, чтобы не пересыхала земля. А то ведь я же редко, а муж может и забыть даже полить. Ну что, дорогие наши, время 7 часов вечера. Нам сегодня никуда не спешить. Будем часиков до 8, может быть, даже до 9. Я сейчас целый час, наверное, с лишним, не знаю. Наверное, часа полтора собирала ягоды. В этом году у нас в Челябинске ягоды у всех испорчены. Урожай нам подпортила сильно погода. Тогда, когда они цвели, нужно было тепло и ветер. Была жара, подсохли, подсушило, солнце пожгло все цветы, я уже об этом говорила. Плохие были ягоды, прям такие скукоженные, все. Затем, когда самое-самое должны были наливаться ягоды, в полном разгаре должен был быть урожай. Наступили холода у нас, очень долго стояли, наверное, недели две холодные погоды. Ягод тоже опять толком не было. И вот только сейчас наступила для ягод хорошая, правильная погода. И вот сейчас они пошли. Пошли они сейчас более-менее уже. Ягода уже крупная пошла, уже более-менее здоровая, та, которая не прихватила эта жара. Цветочки. Ну и вот со всего нашего участка, сколько у нас там ягод, не знаю, кустов, собрала вот только такое ведерко. Это ведро у нас 6-килограммовое, ну вот литра 4, если по объему. Ну что, трудяга наш сегодня, каменщик ты у нас сегодня? Ну типа да. Что скажешь? Ну что я скажу, что я сегодня разработал методику, как можно класть камень. Как? Ты же уже везде все покрыл. Я очень много, я вот там 50 с лишним метров уложил раньше. Вот. Ну, немножечко делал по-другому, как там некоторые советовали в интернете специалисты. А сегодня я пошел другим путем. Вот. Я изначально всю дорожку выложил камнем. Потом задом вперед, на коленочках, потихоньку каждый камень поднимал, под него раствор и укладывал. И получается быстро, хорошо и эффективно. Так что с каждым днем наша квалификация растет. Молодец. Да. Если я раньше был каменщиком, возможно, третьего разряда, может быть, даже чуть-чуть на четвертого, то сегодня я пятый разряд. Однозначно. Ты даешь. Не выдержала. И на третьей грядке с клубникой, где у меня капельный полив-то был сделан, на третьем ряду я же делала изначально один ряд ленты, капельной ленты. И все-таки я не выдержала. Добавила второй ряд. Потому что, ну, хоть у меня здесь не пойми, как посажено все, но тем не менее, здесь вот уже идет два ряда. И особенно последний кустик, наверное, ради него я сделала вторую ленту. Ремонтантные у меня здесь сидят три кустика, вот эти последние. И вот он у меня, бедолага, совсем не получал ничего. Сейчас я его полью, потому что сегодня он мне не поливался. Вот, замульчировала свои капусточки, которые посадила. Вот на этой грядочке они у меня. Ой, как мне нравится моя зеленушка. Такая красивенькая грядочка. Просто картиночка. Идеально выглядит. Прям хоть в интернет выставляй. А теперь, друзья мои, я лейками буду таскать и поливать наш клевер. Клевер, кстати, взошел хорошо. Хоть и надо его полоть,
Но зашел он, где вот больше поливали. Там это он уже, видите, какой хороший. Вот сейчас я покажу, где он наиболее хороший. Вот, видите, вот он. Вот он весь наш клевер. Хорошенький какой. Как я мечтаю, чтобы у меня весь такой газон был. Все, теперь уже плоскорезом здесь не поработаешь. Уже надо все это вручную. Ну, можно аккуратненько так плоскорезом. Но потом все это руками собирать смысла не вижу. Уж лучше сразу идти с корзиной, да все это выкапывать. Или выдергивать, или совочком, если те, которые не выдергиваются. Вот, здесь вот по суше здесь поменьше, но он тоже здесь весь у нас хорошо проклюнулся. Видите? Вон сколько его. Много. Тут среди укропа он сидит. Ну, это ничего, тоже все истребимо. Вот здесь хорошо взошел. Я его кое-где очень часто. Первые, как давай сыпать прямо из мешка. А последние уже потом руками сыпала. Вот. Здесь поменьше. Здесь как-то земля высыхает быстрее, я не понимаю. Там поливали. Там вот до сих пор мокрая земля. Сырая. Муж позавчера поливал. Он, видимо, эту поливалку, наверное, положил. Тут налил, тут не налил. Говорит, я специально газон ничего не поливал. Я говорю, надо. А тот, который последний посеивал, вот. Сейчас вот пошла поливать леечками. Дорогие, наше время уже, наверное, ближе к 8. Не посмотрела. Я полила весь клевер, все свои дорожки, все везде полила, чтобы он уже у нас начал расти, хорошо проклевывался. Сейчас такая красота. У нас здесь закат как раз вот со стороны, где мангальная зона, и наши кресла тут стоят. У нас как раз тут идет закат, прямо вот напротив ровно садится солнышко. И у меня сейчас клематис тут как раз закрывает солнце, и такая получается ажурная тень, ажурный свет желтый от заката. Очень приятно, красиво. Прямо вот сейчас жалею, что не осталось ночевать. Сейчас бы весь вечер вот так вот наслаждалась, может быть, не знаю. Все списки работ своих сейчас просмотрела. Кое-что сделала, кое-что отложила, то, что можно отложить. Естественно, все, что хочется, никогда не успеваешь сделать. Вот. И сейчас муж у меня это заканчивает. Сейчас мы пойдем посмотрим, как у него там успехи. Весь день он с этой дорожкой возится. И я, естественно, не начинаю больше никаких глобальных работ. Уже скоро ехать домой. Но я кое-что сейчас сделаю. Я сейчас быстренько пройдусь по малине. Я оделась, обрызгалась репеллентом, потому что уже комары вовсю летают. И посмотрю, какую малину можно чуть-чуть подрезать верхушечки. Для того, чтобы... Они, в принципе, у нас маленькие, но вот которые больше метра, больше 80 сантиметров, я верхушечки сейчас немножечко обрежу. Зачем я это делаю? Для того, чтобы оно дальше не начало расти, а для того, чтобы появились веточки. На веточках, вот, смотрите, вот идет, вот они веточки. Вот на этих веточках будут ягоды на следующий год. Ну, на молодых, естественно, вот. Не на старых вот этих вот. Это вот старые, прошлогодние. А вот на этих молодых будут образовываться веточки, будут образовываться, зарождаться там цветочные почки. И на будущий год там будут ягодки. Но в этом году у нас ягод, похоже, не будет, потому что мы ее здесь много что выкапывали, много что пересаживали. Малина очень не любит пересадки, очень плохо приживается, и ее мало прижилось. А в основном все, что у нас есть сейчас, это уже молодая этого года все растения. Поэтому, возможно, у нас малины толком-то и не будет. Ну вот, Александр Николаевич у нас сегодня поставил себе задачу все закончить, всю эту дорожку. Какая она у тебя, Саша, длиной? 3 метра? Да? Да. 3 метра длиной, 0,5 метра шириной. Вот такая вот дорожечка. Осталось буквально последний камушек, да? А еще, друзья, забыла сказать про малину. Еще лишние побеги надо убирать летом. Это можно делать и несколько раз за лето, за сезон. Но вот в июне, в июле лишние побеги, маленькие, которые, в принципе, знаете, что не вырастут в этом году. Длинными, большими, маленькие, все уничтожаем, все убираем.
Время уже 10:00, у меня телефон уже переключился на желтый свет, на ночной. Когда солнце заходит, телефон переключается на желтый свет. На ночной, безвредный для глаз. У мужа клея не хватило, немножечко вошкается, там хочет доделать. Чтоб не оставлять, естественно, все сейчас доделает. И уже поедем. Ну что, каменщик, все что ли? Да. Молодец. Вон, все, закончил. Там последний тут уже просто на цемент посадил. Не знаю. Тут-то все на клей, не хватило клея. Не советуют специалисты. На цемент говорят, что ненадежно. Посмотрим, проверим. Представляете, друзья наши, время уже 10:00 вечера. А бледный, потому что такой свет. Посмотри, я какая бледная, тоже на экране. Сблинулась. Ну, вот такой вот у меня муж неугомонный. Обязательно умрет, но закончит работу, которую... Не, ну там осталось там еще 5 камней наклеить. Что оставлять? Нет, конечно. Да я бы тоже так же, конечно, сделала. Что оставлять-то, смеяться? Зато сейчас на душе спокойно. Сделали дорожку, пусть сохнет. Дождей не обещают. Эндорфины вырабатываются, когда человек добьется своей цели. Это говорят доктора и доктора наук и всего прочего. Ну все, мы уже поехали. Я свекровушке любимой набрала ягоды самые лучшие, насортировала. Положила туда 3 новых маленьких наших огурчика. Да ты че? Да. Думаю, ну пусть хоть человек салатик, может, она себе сделает. Положила туда укропчика, нащипала. Хотя этот укропчик уже весь в зонтик ушел, даже листьев-то нормальных нет. Нащипала. Потом, что я, руковые немножечко положила. И салатика, который у нас уже там начал. Такие вот листики. Угу. Уже маленькие такие листики. Я ему просто рассказываю, и вам, и ему. Потому что он не в курсе, он в своих камнях сегодня весь день. Вот, а я хотела. Ну, в принципе, все. Я тоже сегодня очень много работ провела. Посадила капусту, я тебе потом расскажу. Хорошо. Где посадил, он не знает ничего. Задачи максимум вот выполнили, все нормально. Едем домой, хватит болтать. Время 10:00. Уже да, только в 11:00 домой приедем. Да, все, друзья, спасибо, что нас смотрите, нашу болтовню слушаете. Увидимся в следующем ролике. А ты показала дорожку-то, какую я сделала? Ну, конечно, естественно, все показала, не переживай. Увидимся в следующем с вами ролике. До новых встреч, поедем отдыхать. Пока-пока.